Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. У нас сегодня, сегодня понедельник, осталось еще 3 часа, пока закончится турнир Дрожь Земли, да, постримить у меня, короче, не получилось в воскресенье, совсем, короче, день не задался. Так что, ну вот, нахожусь вот здесь, 63 место, так что сплю спокойно, так сказать, через 3 часа, думаю, меня оттуда никто не выбьет. Так, по битве с Уроборосом мы, короче, тут все вроде как выполнили. И вот такая вот у нас статуэточка. Ну, чё, прикольно. Блин, ну чё у них такие проценты нищебродские? Тут это должны быть максимальные, какие-то уникальные, короче, статуэточки, как по мне. Но нет, также, да. Давайте не будем забывать. Так. Все, типа, чё мне предлагают еще сразиться? Да, можно, ну ладно. Этого мы делать уже не будем. Также давайте-ка мы вот эту вот штукенцию улучшим. Так, у нас здесь птерч. Идем вот сюда, идем вот сюда. И давайте будем, нам нужно здесь насобирать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть еще больше 10 не нужно будет выполнять. Так, тут собрать коллекцию, смотрите, сколько из 8 птерчей. Условие такое было. Коллекционер птерозавров. Еще добавить 4. Ух ты, еще раз, 2, 3, 4, 5. Ничего себе, сколько птерозавров мы тут насобирал. Властелин птерозавров. Иметь, короче, 5 больше 40, точнее 40 уровня. Птерозавры гибриды 4 штуки иметь. Так, дальше пошли уже у нас смотритель животных кайнозойской эры. Кстати, прикольно, тут еще название нужно почитать. Коллекционер животных кайнозойской эры. Предводитель животных кайнозойской эры. Так, ну и на властелине животных кайнозойской эры мы тут получаем новую статуэточку. Это у нас кто? Велоцираптор? Да, велоцираптор. Вот такой, ну, супер редкий, да, серебряный у нас уже он получился. Так, а давайте в новости заглянем. Бабл шутер рекламирует. Так. У нас вот, вот эта штука, спасение от бури, настало время кайнозойских существ, они помогут вам выжить в грядущем сражении. То есть будет, наверное, на открытие кого-то. Нам же гибридика нашего маматерия должны представить. Так, вот этого Кайвекия. Так, вот еще есть особый набор. Ну, дальше, в принципе, ничего такого интересного. Вот, кстати, Телекосмил, ой, Телекосмил, Элесматерий. С которым у нас будет гибрид мамонта. Вот так. Давайте тогда поглядим, что у нас еще есть по коллекции. Точнее, по битвам. 3 часа тут, 3 часа там. Отлично. Так, ну есть вот битва заводных. И открытие плезиозавра. Но здесь полная жесть, ребята. У нас опять же идет турнир титанов. Но я уже не буду стремиться его собирать, как бы все битвы. Ну, получится насобирать, насобирая, не получится. Ничего страшного. Итак, у нас здесь травоядные. Ну, с травоядными можно как-нибудь бодаться, правда ведь? Правда ведь. Допустим, возьмем... Кого? Кого возьмем? Так, чтобы не было... 5400. А у него 14000. Блин, тут надо кого-то взять такого... Чтобы мог выдержать 5442. Смотрите, индоминус не выдерживает. Печалька. Ну, допустим, давайте возьмем эрлихозавра. Он подменится на остафрикозавра. Ну, горгазух что? У горгазуха будет удар, короче, слабый. Слабый, реально слабый. Возьмем индораптора. Индораптора можно взять. Ну, пусть будет приатродон. Ну, в принципе, должно хватить этого. Хотя, наверное, надо было приатродона первым поставить. Так, этот гаденыш такой, что может, раз ему и подменяться особо не надо, короче. Ладно, подменится на второй удар. Мы это уже знаем. Такое проходили. Подменяется. Нет! Ух ты. Вот это было неожиданно, ребята.
Блин, 6 4 24 тысячи на сутоцератопса. Ну, за 3 с бонусом, короче, мы справились. Блин, ну 2 поставлю в защиту, то мало ли чё. Так, ну что-то было, это, короче, на сутоцератопс на 24 тысячи, это было довольно много. И мы его, короче, отлично отловили. Ну, он астафрикозавр не нравится, он чем-то индоминус напоминает, такой тоже массивный, сбитый. Ну, мы хоть так пробьем, можно защищать индораптора, можно не защищать. В принципе, мы справимся. Пробить 13 тысяч, это вам не 24. Ну, по полной, в атаку. Отлично. Так, ну чё, давайте смотреть, что нам приготовил второй бой. 17 на 7, 17 на 4 и 18 на 6. Тупуксуара это просто жесть, ребята. Тупуксуара это жесть. Итак, ну у нас есть, короче, возможность. Как нам вызвать на себя, допустим, тупуксуару? Можно поставить первого вот такого вот парня. Потом поставить Сигназуха. Но он будет бить 3000. Блин, все равно надо защищаться. Блин. Может не вытянуть. Представляете, мне надо брать вот Гаргазуха на, как бы, на мясо. Иначе можем не вытянуть. Ну и вот так вот давайте. Попробуем. Не будем наносить баллы, постараемся вот это вот получить. Он нас не пробивает за один удар, это, скажи, самый грозный наш противник. Тупуксуара 342 уровня, ё-моё. Так, главное на два, не на один, не смей на один, молодец. Так, у него на следующий ход будет плюс 3 балла. Тупуксуара 342 уровня. Я только вот в воскресенье выкладывал серию, где мы там ее прокачали до 30-го, по-моему. А тут нам такой противник. Так, подменился. Ну, отлично, идеально пробили. Он мог бы поставить, конечно, больше в защиту, и нам бы было бы очень тяжко. 5 у Бонита Зауры. Ну, мы так по-быстрому. Да, не дали ему накопить побольше баллов. Так, ну давай, не подведи наш Сигназух. У него 5 баллов, и это изи-катка. Ну-ка, троих хватит. Раз, два, три. Да, троих хватает, это 19 тысяч. Смотрите, какой он по высоте. Он реально выше Юдона получается. Из-за того, что такое более вертикальное положение у него, потому что он не смотрелся с Бонитозаурой так, как Юдон. Так, ну пока что у нас идет все как по маслу. Фух, выдохнули, смотрим. Так, у нас Тапежара. Так. Тупуксуара, Тапежара. Блин, ну сейчас бы как раз неплохо бы зашел травоядный.
Так, апатозавр, все существа, травоядные. Сколько там у нас у апатича? Вот наш апатозавр. Пусть тут стоит. А теперь юрский период. Будем надеяться, что он подменится. Вот даже не знаю, блин, по 19 тысяч, ребята, по 19 штук. Да я даже не знаю, чем их пробивать. Тут беда, ребята. Беда, как бы мне еще это пижара нужно пробивать. Вот это я даже не знаю. Вот против амфибий нам бодаться нечем. Нам нужен либо какой-то ядрено сильный травоядный. Ну, чтобы он наравне с ними сражался, но такого не будет. Либо я даже не знаю. Короче, давайте попробуем. Велика вероятность, что нам просто наваляют. Ну, это, короче, нереально. Такой сложный бой очень. Почти за один удар он нас пробивает. Ну, давайте сделаем по-другому. Накопим максимум баллов. Так, ну это хорошо, ведь он подменился. Это тоже нужно учитывать, что у нас теперь стоят две амфибии первыми. Которые будут бить по три косаря, по Метриофодону. Метриофодон, конечно, с ними легко расправиться, но и его легко пустить на капусту. Блин, печально получилось. Так, блин, у него же 4 балла будут, да? Хотя, когда он подменится, останется 3, отлично. Отлично. Он не захотел подменяться. Так, раз, два, три. Так, ну... Все решится на последнем ходе. Метриофодон против мега вкачанной топижар. 1842 уровень, ребята. Всего на 3. Но нам должно этого хватить. У нас почти 4 косаря. Вот, раз, два, три. И мы его пробили, да. Ух. Да, но если тут что-то пошло не так, то, короче, не выкрутимся бы, наверное. Ух. Так, и получаем на... разблокируем плезиозавра, если кто-то его еще не разблокировал ранее. Ну вот так вот. Ну а на этом, ребятки, все. Всем пока.